по спортивным тренажерам, там вообще у нас фундамент как бы выше намеченного. То есть там еще дополнительно надо будет вызывать подрядчик как бы отдельно, так как он сегодня все-таки не появился, и переговаривались с ним, либо там перебетонировать, либо как-то все это засыпать. Ну, засыпать уже, как я понимаю, нельзя, он уже выше уровня, там подсыпать тоже вопрос не решится. Ворота, там еще, конечно, в результате как бы не хватает заглушки, есть элементы, которые будут препятствовать, не препятствовать, а создавать дискомфорт для играющих. Так, будем смотреть, будем с ним непосредственно уже отдельно разбираться, либо просто отказываться от принятия работы дома.